Здорово, ребята, и мы продолжаем обзоры на бои UFC. На данный момент UFC on ESPN, и чтобы быть совсем точными, бой Олейника против Уолта Харриса. Для тех, кто боится словить спойлер, здесь трансляции быть не может, потому что это YouTube, их сразу удаляют. Ребята, а у нас на канале проходит конкурс раз в 2 месяца с розыгрышем 10 тысяч рублей. Подробности этого конкурса будут где-то в середине или в конце видоса, так что досмотрите до конца. Ждем вас. Ну и начнем. Если вы, наверное, уже догадались, по длине видоса бой продлился очень недолго. Ребята вышли в октагон, им отбили гонг, и после этого Уолт Харрис практически в самом же начале боя сделал flying knee. С одного из ракурсов можно подумать, что он попал в голову, но это не так, он попал в подмышку. Но после этого простой левый висок, и Олейника вырубило просто наглухо. Как вы заметили, начался период, где борцы пытаются, наверное, проходить в ноги или в корпус, а в ответ получают колени. Абсолютно схожая ситуация, потому что Олейник, что Аскрон, если кто не понял, были вырублены абсолютно наглухо. А условия этого конкурса очень простые. Нужно подписаться на канал и комментировать все видосы, которые выходят за это время. А в конце я определю на стриме победителя. Желательно, чтобы все комментарии были тематическими. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. И, надеюсь, вы победите. Олейник выступал в ко-мейн-ивенте, это очень приятно. Его все еще котируют как бойца. Но обидно, что он, как разменная монета, явно уже не в самой лучшей форме. Опять же, тот же самый ветеран, которого выставили, чтобы боец помоложе показал свою удалую силушку. Возможно, я ошибаюсь, но выглядит так, что Олейник просто пытается отбить бабосы на все еще своем громком имени, но уже явно не может потянуть этот уровень бойцов, которых против него выставляют. Но опять же, я могу абсолютно точно ошибаться, кто я такой, чтобы вообще что-то говорить. Вырубили Олейника кошмарно, но в отличие от случая с Аскроном, здесь его оппонент очень беспокоился, чтобы с Олейником ничего плохого не случилось, никакого трэш-тока, никакого хейта. Вроде бы там все подняли, унесли, но все еще жалко бойца, который положил на эту всю карьеру жизнь. А с вами был Спорт без причины, продолжаем обозревать UFC.